идет там, да, там, 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 да, там, 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 вот, вот, сейчас. Там, да, там, там. Граница между жизнью и творчеством нередко призрачна, неразличима. У большого художника она исчезает совсем. Творчество для него и есть жизнь. Высшая форма жизни. Куклы издавна были радостной принадлежностью народного праздника, карнавала, ярмарочного представления. Наш фильм о людях, которые посвятили себя служению этому веселому, древнему и очень трудному искусству. За 30 лет работы с куклами Наталья Степанова и Игорь Дивов получили широкое международное признание. Перед войной Дивов мечтал стать театральным актером. Тяжелое ранение на фронте лишило его этой надежды. И все же он стал артистом, только передал свой талант, свой дар сценической выразительности кукле. Наталья Степанова. В те годы она была пианисткой в театре. Судьба соединила их в искусстве и в жизни. В руках Степанова и Дивова куклы не только смешные народные философы, драчуны или лихие танцоры. Они тонко чувствуют музыку, способны трогательно выразить лирическое настроение. Только профессионалы самого высокого класса могут так открыто демонстрировать свое мастерство. В одном из интервью Игорь Дивов сказал: «В основе наших кукольных персонажей лежит наблюдение над жизнью, а жизнь неисчерпаема на смешное». Каждый новый номер, новая кукла рождается как сказочный буратино из куска дерева, наброска на листке бумаги, образные ассоциации.
классический дуэт «Ромео и Джульетта». Как сказано у Шекспира, ему 15, ей 14 нет. Коснится бы я хотим речка богини, к ней, как к святыне, никто коснется. Дерзость простите, разрешите мне лишь нежный поцелуй. Наталья Степанова и Игорь Дивов нашли свой стиль, свой оригинальный жанр в работе с куклами, музыкальные пародии. Нередко объектами их смеха становится самовлюбленность, пошлость в искусстве. Во мне могу. Что я сделала с собою? Грех на душу я взяла. Так предлагаю вам я, поцелуй мне верните. Ох, поцелуй, я не хотела. Отдайте мне, зачем он вам? Ваш поцелуй, зачем он вам? Куклу мало придумать. Надо еще придать ей острую выразительность, характер. Дивов и Степанова все делают сами. Профессия заставляет их быть и музыкантами, и певцами, и скульпторами, инженерами, даже портными. Они стараются добиться предельного слияния с куклой. Иначе нельзя. Ведь кукла – это продолжение их самих, их рук, зрения, их артистического чувства. Да вот здесь вот надо прятать, Наташа. Ты его сначала прислоняй вот так вот. Один был убит. Хорошо, один давай сейчас. Сразу, блин, стоп, простите. Сразу, просто заранее ты заряжайся. Вот так вот, вот прикладывай его. И вместе сразу, тогда не, наверняка у тебя физиономия не вылезет. Давай. Вот. Вот. Давай. Вот, уже дальше пойдет.
И вот этот вот первый ход, пожалуйста, Юра. Стоп. Ты знаешь, как это делал? Попробуй. Подожди. Немножко вот назад ручки оттяни. Не могу соединить их вместе. Вот понимаешь, никак не соединяется. А нужно ли вместе соединять? Вот ты пробовал какое-то движение, Игорь, вверх и вниз ручки бывают. Не соединять, понимаешь? Да. Назад немножко. Вот они. Нехорошее движение. Да нет, много рук, по-моему. Я, может быть, ошибаюсь, конечно. Даже вот когда просто так она руки держит, и вот ты проходка, и тоже. Да. Все характер, понимаешь, мне не хочется, чтобы повторялось, так сказать, одно и то же. Хочется найти больше разнообразия. Ну и разнообразие все упирается в ручки. Разнообразие упирается, потому что еще никак не могу освоить их. Это же не так просто. Оставь их, пожалуйста. К сожалению. Прошу. Сердце красавец колонна к замене и перемене, как ветер мая, ласки мы любим их, хоть они ложны, житься невозможно без наслаждений. Пусть же смеются, пусть увлекают, но жизнь страстные, и поют на вас 70 лет. Почему поют, не найдешь ответ. И как и компания собирается, так цыгане в нас рассыпаются. Дари, 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 дари. И на пленку вы, и в эфире вы, и в концерт вы, и в квартире вы, и повсюду вы, и со всех сторон. А где стакановый звон? Кажется, будто темпераментная исполнительница известного романса живет самостоятельно, без всякой связи с артистами. Это великолепный итог мастерства Степанова и Дивова, их изумительной техники управления куклами. Там, да, да, там. А скоро
Работа над новым номером продолжается. Каким он будет, не знают пока до конца даже его авторы. Они просто, как всегда, отдают ему весь свой труд, все свои творческие силы. Извиняюсь, мячик. Саму в сторону. У нас ерунда в финале получается в самом. И в стыках, в общем, где-то такое. Чуть-чуть начинает, да? Начинает вырисовываться, но еще далеко. До истины. Они верят. Их необычное озорное искусство нужно людям. Ведь куклы — это и радость, и смех, и минуты серьезного раздумья над жизнью.